Не существует более глубокого одиночества, чем одиночество самурая. Разве что одиночество тигра в джунглях. Ну или на крайняк одиночество великого мастера, познавшего дзен в капле пива, бегущей по холодному бокалу. Приветствую вас, свирепые богомолы! С вами Федорович. Ну а после этого видео вы станете сильнее, быстрее и мудрее. Но только если все, что увидите, будете тут же тренировать с собутыльником. А начнем мы с невероятно эффективных, как удар кулаком по танку, приемов айкидо. Конечно, такого мастерства, как у этого мастера, вам никогда не достичь. Ну разве что вы тоже найдете сборную Гондураса по уничтожению пиваса, которая поможет вам стать мастером и снять такое видео. Ну а пока просто изучайте приемы. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Вавада. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Не упустите ни одной важной детали. Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю. Свобода. Адам был счастливчиком, потому что не имел тещи. Но также он был несчастным, потому что ему не было у кого учиться великому мастерству. Зато у индусов счастья полные тележки. Ведь мало того, что они могут учиться тайным боевым искусствам по своим фантастическим фильмам, так еще и великих мастеров, обладающих скрытой и безразмерной силой чи, у них навалом. Этот великий мастер с палкой-копалкой – один из ярчайших представителей своего класса. Мало того, что он учит этих олухов тайным искусствам, он еще и помогает пенсионерам привести себя в форму, поэтому берет в ученики именно дедуганов. Ведь не только алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве, но и физические упражнения. Поэтому дедушке полезно поваляться на полу. Существует третий вариант, то есть мы просто не двигаемся, мы перемещаем сознание. Я стою спокойно, наше внимание здесь. Вот. Ну, в этот вариант, естественно, никто не поверит, пока на себе не попробует. Иди сюда. Не верится, правда, херня какая-то? Ну, вот сейчас будем рассматривать. Что творится-то? Давай. Вы должны научиться чувствовать направление потока. Мы с вами будем работать с потоками сегодня и завтра. Потому что... Поэтому, если вы захотите напрячься и устоять, вы устоите. Только вы навредите и своему здоровью, и опыту того человека, который на вас учится. Большая муха и паутину порвет. А истинный мастер, кого хочешь, убедит в своей силе. Ибо возверует неверующий, когда камуфляж, дающий силу, опрокинет его бренное тело на пыльный пол. Казалось бы, невероятное умение направлять потоки энергии, уничтожая своих оппонентов, это невероятная сила, которой захочет обладать каждый. Но кроме этой силы, еще и нужно знать немного физики. Если вы посмотрите внимательно, то ученик стоит на месте с ногами на ширине плеч,
таким образом не имея опоры. А мастер становится в стойку, направляя усилия и делая толчок, от которого, естественно, расслабленный ученик просто пятится назад, так как он не сопротивляется и не имеет сзади опоры. А дальше это все можно называть энергией чи, ки или внутренней силой джедаев, как вам больше нравится. Так что теперь сила есть и у вас, но используйте ее только против тещи. Спираль. Все основано на спиралях. Галактика у нас что? Спиралеобразная. Ракушка у нас что символ? Символ спирали. Что в большом, то и малом. Все в природе округлые формы имеет. И спиралеобразные. Нет ничего прямолинейного. Так это одно и то же. Я про это и говорю, про золотое сечение. Правильно? Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Наша жизнь как рыбалка. Сидишь, чего-то ждешь и периодически бухаешь. Но истинный мастер ждать подарков судьбы не привык. Он берет уздечки жизни в свои мощные руки и указывает направление своим мощным пузом. Прием из этого видео может не раз спасти вам жизнь, поэтому отнеситесь к нему серьезно. И не нужно смотреть на то, что мастер одет в майку-алкоголичку, а шорты он сделал из спортивок, которые не поспели за растущей мощью. Смотреть нужно в суть бытия, а она дает вам прием, который останется с вами на века. Нет же в Москве! Я тебя сейчас сделаю здесь. Беда человека, когда уши не слышат, что рот говорит. А беда многих диванных бойцов в том, что им тяжело, а поэтому как бы неинтересно заниматься боевыми искусствами и спортом в целом. Но я нашел для вас выход. И это мастерица-танцовщица. Теперь вы сможете вместе с этой мамашей Люкана трясти своим жирком под зажигательную музыку 80-х и параллельно учиться самообороне. Так что, come on everybody! The first consists of Qi Gong for breath control, Tai Chi for balance, and bar stretch for flexibility. The second part stresses muscle tone, floor work, and basic martial arts forms for overall body conditioning and endurance. Self-defense skills can be developed at home through regular practice using the karate-sized technique of simplicity, surprise, speed, and impact. Learning self-defense is serious business. The importance of concentration, visualization, and balance is stressed in the karate-sized method. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Умеете. Могете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свой секретный прием. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках.